Ну, вчера в 19:45 поступил ребенок 3 лет, вот, после падения с 5-го этажа. Облокотился на москитную сетку и упал. Поступил, состояние было тяжелое, травматический шок, перелом нижней челюсти в 2 местах, закрыта черепно-мозговая травма с ушибом головного мозга. Провели противошоковые мероприятия, обследовали, провели КТ головного мозга. К счастью, головной мозг не пострадал. Тупую травму живота и органы грудной клетки тоже исключили. Вот, на КТ видели перелом челюсти и перелом правого предплечья и плеча. Прогнозы неплохие. Завтра он готовится на оперативное вмешательство по поводу перелома челюсти. Вот, состояние тяжелое, стабильное. На данный момент угрозы жизни нет.